8 августа резко кончилось лето и наступила такая штормовая погода. Осенняя. Смотрите, что происходит. В поселке тишина, людей нет. Правда, сейчас еще утро. 6 утра. Вообще ни одной живой души, просто. Все спят. Погода нелетная, все отдыхают. Штормовая погода. МЧС обещала, что будет шторм. Но тем не менее, обычно уже купаются в это время. Тут такая тишина. Такая вот погодка, ребята, сегодня в Крыму, в Черноморском. Некоторые прохожие сейчас проходили, даже курточки поодевали. Как-то так прям по-осеннему сегодня на самом деле все выглядит. Пусто, никого.